По информации Сахалинского ОГМС, завтра южная часть острова Сахалин окажется под влиянием неглубокого циклона. Информация проанализирована и доведена до муниципальных образований, которые подвержутся воздействию циклона. Силы и средства приведены в повышенную готовность. Органы управления к реагированию готовы. На данный момент группировка переведена в повышенную готовность. Ограничено движение автобусов на трех направлениях. Южно-Сахалинск-Макаров, Южно-Сахалинск-Паранайск, Южно-Сахалинск-Углегорск. При необходимости будут перекрыты автомобильные дороги, о чем население будет проинформировано дополнительно. Обстановка находится под контролем.